скажи. Ой, слушай, мазь не складывай на подоконник. Лучше, когда она... Лучше, когда она здесь, потому что подоконник прохладный. Обработка швов. Левыми колем, ну, швы никогда не обрабатываю, но пластики рекомендуют. Поэтому будем слушать тех, кто занимается конкретно пластической хирургией. Потому что... Что-то снег попер вообще. Ну, зима все-таки. Но все-таки вы исходите из того, что это не Мадонна и это не лицо все-таки. Поэтому, если... Главное, чтобы не загнило. Нет, но имеется в виду пластические хирурги, которые я, собственно, консультировалась с человеком, который... Шерсть у него фактически будет полностью восстановлена. Тут же такие незначительные шрамы. Они потом останутся. Их, и, может быть, и не останется вовсе, на самом деле. Уже время пока. Тем более у них заживаемость жирок такая. Жирок под шерстью будет. Еще гуляет, нормально будет. По-видимому, тут, по крайней мере, на шерсти ничего не будет. Вот как у Люминки на голове узор вот такой. Это, конечно, нормально будет. Не, но все равно, так, когда смотришь не на голову, у нее как где шрамы были, у нее узор теперь такой на голове. Ой, Павлуш, что ты тут? Она теперь супер модная. Вроде арфы? Нет, ну как кружева на голове. Такие вот, как кружева. Ну, у нее там же. Не могу. Ты знаешь,